В первом тайме мы играли по ветру, мы больше владели мячом, создали больше моментов, использовали стандарт. Второй тайм поменялось, в принципе, больше Зимбру владел мячом. У них был один момент с игры, ну и в конце за счет стандартных положений они могли сравнять счет. Нам важны были 3 очка в этой игре. Мы их добились. Поздравляю футболистов и болельщиков с этой победой. Вопрос. Учитывая, что соперник, в принципе, в составе соперника больше молодежи было, ребята так до 20 лет, не думаете, что с таким соперником нужно было забивать больше? Нет, не думаю. Они до этого сколько игр выиграли. Команда, в принципе, с характером, умеет отбирать, умеет контратаковать. А кто у них выиграл, кроме Шерифа, много? У вас в дальнейшем вы, в принципе, довольны во всех линиях своими игроками? Либо... Ну, я бы не хотел эту тему сейчас затрагивать. После последней игры сдачи мы обсудим с руководством все эти нюансы.